Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Assassin's Creed Valhalla, это наша Эйвор, и мы с вами продолжаем наше приключение. Итак, я собиралась добежать, в принципе, до точки, которая нам нужна по заданию, а именно обыскать убежище короля Бургреда. Трудно мне выговорить их название. Как наткнулась тут на какое-то происшествие. Народ тут сетует и упрекает один... Как ты мог забыть факел? Чтобы получился настоящий набег, дом нужно поджечь. Я не забыл. Ты же сказал, что возьмешь его. Болван! Все нужно делать за тебя. Да-да-да-да-да. Вот это я уже слышала. В чем у вас тут дело, ребятки? Поджечь это прошу, мы можем. Прошу, не мешай нам. У нас трудности, мы разберемся. Надо как-то поджечь дом. Думай, думай. Как ты мог забыть факел? Так. Чтобы получился настоящий набег, дом нужно поджечь. Давайте-ка мы... Я не забыл. Ты же сказал, что возьмешь прочитаем. Его. Прочитаем. Болван! Все нужно делать за тебя. Все, успокойтесь. Дневник Ивы. Битва у нас в крови. Я знал это с молодых ногтей. Но брат отказывается мне верить, даже после того, как перед смертью мать открыла нам, кто наш отец. Дом нужно поджечь. Я не забыл. Ты же сказал, что возьмешь его. Болван! Давайте все подождем, пока они отболтают. Я никогда этого не забуду. Она лежала, захлебываясь кровью после отважного боя с одной из наших коров, но взгляд ее был ясен. Она сказала, ты сын Рагнара. Чтобы получился настоящий набег, дом нужно поджечь. Я не забыл. Ты же сказал, что возьмешь его. Болван! Все нужно делать за тебя. Но мой тугоухий брат услышал, ты сын бастарда. Ничего, он поймет, что нам суждено было стать воинами, как а не земледельцами. Факел, я покажу ему, что мы достойны набег, нашего отца. Понятно. Я не забыл. Ты же сказал, что возьмешь его. Болван! Все нужно делать за тебя. Так, ну что? Прошу, не мешай нам. У нас трудности, мы разберемся. Так. Надо как-то... Давайте-ка я возьму факел. Думай, думай. У меня есть факел, ребята. Как ты мог забыть факел? Прошу, не мешай нам. У нас трудности, мы разберемся. Надо как-то поджечь дом. Думай, думай. Как ты мог забыть факел? О, слушайте. Это уже слишком. Нужно поджечь. Я не забыл. Ты же сказал, что возьмешь его. Болван. Найдите ключ от двери. Так, здесь ключа нет. Здесь у нас добыча. Ну, давай искать ключ. Как ты мог забыть факел? Чтобы получился настоящий набег, дом... А еще можно вызвать Сюнин. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Сюнин, посмотри. Своим вороньим взглядом. Где у нас может быть ключ? А? Сюнин вряд ли нам это скажет. Чтобы получился настоящий набег. Так, ладно. Поджечь. Я не забыл. Ты же сказал, что возьмешь его. Болван. Пошли искать ключ. Тебя. Ну, по идее, может быть, мы можем как-нибудь влезть и в окошко. Как вы думаете? Вор. Статуя Тора, статуя... Ах, уж не знаю кого. Кто-то сейчас просто уже не помню. Какой-то еще один бог. Как ты мог забыть факел? Здесь чтобы угла. Получился настоящий набег, дом нужно поджечь. Я не забыл. Ты же сказал, что возьмешь его. У вас ключа нету? Болван! Все случайно. Нужно делать за тебя. Болваны. Ага, и вот она, Мелителе. Так, три. Как ты мог забыть факел? Чтобы получился настоящий. Три фигуры. Мне кажется, это не случайно. Как вы думаете? Не знаю.
Для тех, кто первый раз на моем канале, повторю, что мы проходим это тут все. О, слушай, деревянная нога, тут скелет. Скелет был. Так вот, мы проходим Вальгаллу в слепом прохождении, поэтому вполне возможно, что всяческие наши поиски будут довольно долгими. Так, ну да ладно. Слушай, это можно двигать. Ну как? Тут кругом бочки. Ладно. Я не забыл. Ты же сказал, что возьмешь его. Ах, болван! Все нужно делать за тебя. Ну, ой-ой-ой-ой-ой. Там уже все полито смолой. Ну, давай попробуем поджечь этот дом. Ну, хотя, честно говоря, мне очень не хотелось бы его поджигать. Почему-то мне не хочется его поджигать. Может быть, из-за того, что тут эти статуэтки. А скорее всего, все-таки надо, потому как наверняка вот эти ящики можно только сжечь, чтобы отодвинуть эту штуку. Чтобы получился настоящий набег, то нужно поджечь. Я не забыл. Ты же сказал, что возьмешь его. Ах, болван! Все нужно делать за тебя. Найдите ключ. Где ж я его найду? Ладно. Тогда поехали с факелом. Факел? Чтобы получился настоящий набег, дом нужно... Но поджечь! Я не забыл. Ты же сказал, что возьмешь его. Ах, болван! Смотри, она помогла нам. Сюда, росток! Какой росток? Ну, теперь будете со мной говорить? Кто ты? Дед Пихто. Хотели огня? Получайте. Хотя, мне кажется, вам не под силу то, что вы замышляете. Ха! Она держит нас за недоумков. Именно. У сыновей Рагнара все идет так, как надо. Ну, не совсем. Сыновья Рагнара? Я слышала о многих, но о тупе и глупе никогда. Что вы задумали? Хотим испытать себя, разграбив заброшенный дом. Снесли туда все свои ценности, чтобы было сложнее. Даже таким захватчикам, как мы, нельзя расслабляться. Свои ценности снесли. Вы бы поспешили. Да, слава ждет. Давай с нами. Не хочется идти туда вдвоем с братом. Этот набег укрепит наше наследие. Кланы будут умолять нас примкнуть к ним. Наши имена будут звучать в залах Вальгаллы. Не волнуйся, юный росток. С нами из тебя вырастет славный воин. Мне кажется, нам нечему ее учить. Давай, брат, как договаривались. Ворвись в эти двери, как ураган. А ты, росток, смотри, научишься кое-чему. Ну-ка, ну-ка. Я в нетерпении. Думаю, по мне заметно. Ну-ка. Не получается. Ага. Нежный, как ягненок. Дай я. В чем дело? Дверь не поддается. Открой ключом. Ах, да. Куда я его дел? Боги. Матушкин топор. Он внутри. Незнакомка, прошу, верни его нам. Проберись в дом. Я же говорю, туп и глуп. Так, ну вот теперь, может быть, так, прошла сохраночка, может быть, теперь нам станет понятно, где искать ключ. И он где-то появится. Так, куда ты его дел? Возможно, там, где вы спорили о потерянных факелах. Нет? Тут у нас нету. Так, тут письмо, телега. Не вижу ничего.
Ага, во, смотри как, отлично. Какую сторону будем двигать? Нет. Хорошо, на себя. Так, сюда. Замечательно. Я уже внутри. Ищи топор. Он должен быть на столе. Так, спокойно. Мы заберем не только топор. Туп и глуп, туп и глуп. Так, что у нас тут? Добыча. Где-то еще у нас тут была добыча. Угу. Тут у нас топор, там у нас еще что-то есть. Вроде как ничего. Маска. Чему у нас тут так все было загорожено? Ага. Секунду. Что-то есть под этими мешками, но они... Да подожди, Эйвор, повернись. Они явно не бьются. А, или что-то наверху. А ну-ка. Может, залезешь? Нет, смотри-ка, не хочет залезать. Так, еще раз. Ну да, смотрите, вот оттуда светит, но пока что не показывает. Ладно, пошли, заберем топор. Это же он. Топора тут нет! Все ясно. Понятно, где топор. В бочке. А, в бочке, подожди, в этой бочке. И тут нет! Думайте! Проверь сумки! В углу! Кажется, я положил топор туда. Это мне подсказывает, что ваш топор именно в тех местах, которые мы только что видели. Под мешками. Похоже, это ключ от двери. Ага. Мамин топор! Он здесь! Возвращайся! Вот недоумки! Коридорки! Коридорки! Я невредима. А значит, вам очень повезло. Хм, а я умен. Видно, забрал топор из дома, зная, что этот болван его забудет. И оставил в доме ключ. От вас толку, как от стеклянного молота. Я ухожу. Не слушай эту чушь, братец. Нельзя сдаваться. Скоро мир узнает наши имена. Так, ну что ж, туп и глуп. Замечательно. Мы с вами продолжаем наше путешествие. Выдвигаемся мы с вами. Сейчас вам покажу, куда. Винонии у нас тут есть по пути. Ну уж я даже не знаю, по пути он или нет, но думаю, что мы сюда заглянем. Сначала мы заглянем сюда.
А вот, а потом еще, ну, хотя бы для того, может быть, чтобы открыть. И, как видите, Рипмокс ждет отмщения. А где он есть? И какого отмщения, и кого за него надо убить? Нет, я с этими заданиями не связываюсь, честно говоря, потому что на самом деле я не совсем понимаю, зачем они нужны. Потому что в этой игре и так дофига чего делать. И если еще заниматься отмщением всяческих выдуманных игроков, то это вообще странно. Ух ты, заяц. Ага. Далековато. Может быть, позвать скакуна? Местность у нас ровная. Немножечко мешают всяческие заборчики. Так, это кто? А, овцы. Боже мой, я думала, кабаны. Так, что у нас тут? Все как обычно, все как обычно, да? Лиса орёт. Так, сюда я могу войти, в эту дырку? Нет, не могу. Может, здесь просто есть дверь? Да? У нас тут. Так, ну и все похоже. Просто домик, просто добыча. Зашли и взяли. И никакого насилия, как говорится. Всегда бы так. Так, поехали дальше. Давай-ка сюда. Интересно, там злые люди или нормальные? Хотя, если там есть книга знаний, то наверняка... А, это опять какие-то заброшенные римские постройки. Храм. Да ты чё, обалдел, что ли? Лось. Добычу мы как-то автоматически, что ли, собрали? Взял, кинулся. Я его не трогала вообще. Это не лось, конечно, это олень. Виноний. Угу. Здесь вообще все заброшенное. Нету тут ни злых. Не покажи, добрых. Что впереди. Может быть, это опять место, где были ассасины? Так. Охрана есть? Вроде нету, не вижу. Слушай, ну-ка, Сюнин, поднимись-ка еще повыше. Да тут просто огромный городище. О, тут ездит этот. Филак, как я его называю. Как далеко он едет? Так, Сюнин, погодь. Нам надо сделать сохранку для начала. Потому как мне не хотелось бы с ним встречаться прямо вот так вот.
с глазу на глаз. С другой стороны, может быть, он нам и по плечу. Как-то вот я сейчас не особо готова с ним воевать. И не особо хочется, по большому счету. Ага. Или попробовать. Вон он. Это он же? Нет, он поехал туда. Это просто кто-то. Это просто кто-то. Ладно, встретимся, так встретимся. А нет, так, в принципе, надо заняться, наверное, обследованием всех этих руин. Дождь пошел, как назло, елки с палками. Кто-то такой, ты вот. Кто-то злобный. Ты что, сюда будешь залезать? Нет, он собирался достать лук. Ага. То есть ты тут не один такой. Пошел, пошел, пошел. Что случилось? Что случилось? Блин. Ты так неудобно зашел за эту колонну, я тебе скажу. Крепкие ребята. Тихо. Ага. Сюда, в эту часть, этот не заходит. Окей. Тогда пошли. Во-первых, соберем свои стрелы. Во-вторых, мы тебя, пожалуй, спрячем. Вот только куда? Будет ли это считаться спрятанным, я не знаю. Ты что тут делаешь? Я вообще-то тебя не звала. Мы тут такие беспалевные. Не знаю, зачем это делаем. Куда-то меня опять сейчас портануло. Так, ладно, давайте займемся в конце концов делом. А именно, где тут этот вход? Там я уже видела, что там была дырка в полу. Стрелы мы потратили, мне это не нравится. Так, вот, смотри, Эвер, давай. Что ж это за вечное мучение? Так, и
Опять скелеты. Опять деревянные ноги будем отрывать. Хорошо. Вот туда. Здесь все завалено. Окей. Да, забавно вот эти вот зажжения чашек, сжигание паутины. Просто так функционирует ни для чего. Так. Угу. Угу. Да, мы видим тебя. Я так понимаю, что... А нет, можно разбить. Ух ты! Интересненько. Ладно. Там ведь наверняка какие-нибудь змеи будут, да? Так и знала. Ой-ой-ой. А ты не сгорела? Гори. Вот. Так, а я могу взять еще один факел и просто им в тебя бросить? Да. Дайте мне еще один. Ха. Забавно. Да не хочу просто тратить эти самые. Бац. Факелов набрали. Так, хорошо, понятно, здесь были только змеи. Теперь это у нас обугленные змеи. Так, что с этим? Что с этим? Там этот явно надо подвинуть. И вряд ли он будет гореть, как мне кажется. Да ведь? Ну да, ну да. Так, теперь я факел не могу поднять. Все, отлично. Так, значит, что мы делаем? Что это было сейчас? Что это сейчас было, Эйвор? Она как-то так прошла. Прошла сама, подогнулась и прошла под этим, под светильником. Короче, нам надо лезть в воду. Мне очень не хочется это делать, честно говоря. Но, очевидно, никак. По-другому нам не получится. А, водичка-то прозрачная. Ладно, тогда. Ага. То есть ты сюда не можешь выйти? Как так-то? Почему ты сюда не можешь выйти? А, вот так.
Хорошо. Ах, вот оно в чем дело. Хорошо. Угу. Хотя зачем мне стрела? Подожди, у меня же эти бесконечные факелы есть. Не будем гореть? Да как же так-то? Было немножечко опасненько. Но у нас получилось. Так, ага. Все, дорога обратно открыта. Все, цепись. Гадюк там нету? Итак, книга знаний. Пронзающий гарпун. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что за новый навык. Так, нет, это навык, способность у нас новая. Ух ты ж, ёлки с палками. У нас столько новых каких-то штук открылось. Примация в бою. Что? Враги, погибшие от ваших огненных атак, будут продолжать гореть, причиняя урон другим противникам, которые находятся рядом. Круто. Бомба, легкий лук. Это тоже круто. Демон адреналина. Слушайте, какие хорошие способности. Мне вот сюда бы вообще, в эту сторону идти. Это медвежья сторона. До сих пор мы были с вами на стороне волчья, если я правильно понимаю. На стороне ворона и волка. А вот в медведя мы еще вообще не ходили. Урон от парирования. С парированием мы не очень. Превосходная атака. Так что у нас, кстати, есть куча способностей. Давайте мы, наверное, сюда и пойдем. Вот. Ее мы с вами откроем. Так, и тем не менее, способности. Проткните врага гарпуном и отбросите в сторону, используя вас. Ну, так себе. Не. Так себе. Нет. Хотя у нас на самом деле, знаете что, вот это, по-моему... А, я даже его тоже не ставила, потому что этот ослепляющий рывок тоже такое себе. Атака валькирии, вот это неплохо. Прокачать бы ее еще на две. Но это тоже так себе. Ну и метательные топоры неплохо.
Вот эти две хорошие способности, они мне нравятся. Что это такое? Отвлекающий маневр Сюнин. Когда мы ее взяли, я даже не увидела. Ваш ворон может ненадолго отвлечь врагов. Давай поставим на тройку. Чего нет? Пусть будет. Это прикольная штука, но не хочу. Так, ладно, нам надо выбираться. Я так понимаю, пора уходить. Все, там водичка. Слушай, а там точно никуда нельзя было нырнуть? Ну, вроде нет, там как бы дно видно. Ладно. Но это еще не все. Тут еще много всяких кладов и тайн. Кто-то пытался сюда залезть, но, очевидно, у него мало что получилось. Так, давай посмотрим еще на карту. Решим, что нам делать. Полезли, наверное, сюда. Откроем. А потом посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут еще? Так, залезать это нам куда-то туда. Ага. Нет, нет, Эйвор, надо наоборот сюда вот. А, прямо вот так вот на статую. Ну давай. Милое дело сесть на голову. Я вижу, куда мы можем спрыгнуть, но, честно говоря, не очень мне это хочется делать. Периодически патрули ездят. А знаете почему? Потому что мы сейчас с вами займемся другим делом. Если я правильно понимаю, где-то здесь у нас должно быть сокровище. И нам надо уронить вот эту вот штучку туда, вниз. Фу-фу. Фу-фу-фу. Да какой же транспорт-то, ёлки с палками. Ассасин и его управление. Просто спустился и забрал. Странно это все. Ладно, поверим на слово. Да, действительно.
брусок угля нам достался. Мне нужен никель вообще-то, по большому счету. Так, подождите, с этими штуками мы уже знаем, что не так все просто. Да? Хотите сказать, что змей нету и сокровищ тоже нету? Ладно. Окей, это было действительно просто. Просто ли будет выбраться обратно? Ну, в принципе, да. А зачем тогда тут такое все наворочено? Не, я понимаю, что, конечно, это римляне, они все такое тут строили. Все такие из себя были интересные. Что тут это такое там у нас? Пятнышко. Что это? Мы что-то не взяли? А, все ясно. Штука, которая двигается. Так, ну ладно, вот эти всякие ракушки за 3 копейки мне не нужны. Итак, у нас где-то там есть... Мыша, синхронизацию это не зря сделали. Так вот, здесь есть какая-то то ли бронька, то ли оружие. Здесь есть листочек, и здесь есть кое-кто, с кем можно повоевать. Выбор у нас широчайший. Да-да, где-то... А, вон он. Более-то вон сюда идет. Стража тут бдительная. Тут есть стража? Какая неприятность. И правда? Ну ладно. Да, нарисовано. На крыше тоже стража есть. Личность ревнителя раскрыта. Окей, это тот самый, который здесь ходит. Угу. Ну, у вас тут как-то всего-то 2,5 человека. Ага. Это-то да, но к вам пробраться. Так, покажите мне карту, где там этот... Ага, этот здесь. Пошли сначала сюда. Так, как там это было? О! Гневная записка. Этельверт, чтоб тебя, последний раз прошу, заколоти окна сзади. Любой, кто проходит мимо, может заглянуть внутрь и увидеть наши товары, снаряжение и хлипкие деревяшки, которыми мы подперли дверь. Ну же, понятно. Окно, да? Окно, говорите. И хлипкие деревяшки, которыми подперли дверь.
Ну, давайте тогда осмотрим. Подожди, а как же они вообще, что ли, не выходят наружу-то? О-о-о. Эта зараза тут вокруг ездит или как? Или каким образом? Ага. Так что, если мы тут поднимем шум, он сюда придет. Заперто на засов. А, я поняла, к чему все это было. То есть засов надо разбить этим выстрелом. Я правильно вас поняла? И это надо сделать отсюда. Нет. В смысле, да, но только отсюда не залезть. Так, все то же самое еще раз по кругу. Тут же все для нас было. И стрела, и все прочее. Так. Присесть и стрелять мы не можем. Вот он, этот засов. Ясно. Хлоп. Ребятки, вас ничего не удивило, нет? Очевидно, нет. Так, ну что, давай попробуем войти. Нет, Эйвор, я понимаю, ты любишь это делать, я тоже люблю это делать. Но не всегда это нужно действительно делать. Может быть, сначала этого прибить? Так, ладно, сохраночка. Сохраночка. Ах, сохраночку здесь нельзя. А нет, она прошла. Что думаешь, они не заметят? Опа. Такие незаметные. Ты скачешь. Ну вот. Боже мой, тут свиньи. Что это такое? Понятно, что они тут писали, что они хранят какие-то продукты и так далее. Рафан. Сейчас мы тут все расколотим. Ну и все. Щит и щит себе. Ой,
Ой. Ой, курицу! Я не хотела курицу! Свободу курам! Я не хотела курицу убивать. Ну, елки с палками. Не-не-не, свинки, вас я тоже трогать не собираюсь. Так. Тем более, вон она висит тут у них, свинина. Свинья, уйди. Так, здесь тоже ничего. Обалдеть, а ты кто такой? А. А это кто такой? Не, ну наверху было двое. Или что они тут? Людей свиньям скармливали? С них станется. Ну да, вот двое, кого я прибила, они здесь. А это кто? Кошмар какой. Никаких сведений о нем нету. Так, еда мне не нужна. Так, сейчас мы присмотримся с вами, откуда и как мы сможем... да, но это явно делается не здесь. Давай-ка позовем Сюнин. Осмотрись вокруг. Откуда можно, во-первых, сверху спрыгнуть на этого планирующего тут товарища? И можно ли это сделать? Так, он нас там не увидит, висящий как груша. Так, значит, он едет здесь, потом так по дороге. Ага. А вот у нас тут, смотри, что. А вот у нас, где интересное местечко. Тут какая-то тоже штучка, что-то есть. Что-то тут есть. Хорошо. Спасибо, птица. Пошли туда. Ах, ёлки, это небезопасно делать. Ну и что? Ты не можешь забраться сюда наверх? Так, а если здесь такая вещь, как перескок? Переворотом. Нет. Как это делалось? Это как-то делалось. Вот. Там была, конечно, лестница. Для самых умных. Так, а в эту лестницу, я так понимаю, надо стрелять, чтобы туда, наверх добраться, да? Запретная. Ладно.
Ну вот и все. Голиаф тут, понимаешь, был. Слушай, действительно здоровый детина. Отдай стрелу. Так, что у нас тут? Римский артефакт. Слушай, причем тебя я даже... Или могу тебя подобрать? Просто охота посмотреть. Обалдеть, какой здоровяк. Вот это да. Максимум провизии. Слушай, здесь есть штука, наводящая меня на кое-какую мысль. Ведь эта зараза тут едет внизу. А что, если я на него это сброшу? Как вы думаете, это что-то даст? Так, подожди, кувшин неразбиваемый? Еще как разбиваемый. Только что нету ничего. Итак, что мы делаем? Мы сейчас с вами делаем следующее, друзья. Мы с вами здесь, наверное, остановимся. Почему? Потому что мне надо сделать, наверное, жирную сохранку. Поскольку следующая серия обещает быть полное боли и страдания, потому что я все-таки попробую взяться за этого товарища, который там у нас внизу ездит. А это будет не быстро, не быстро. Вот. И что ж, посмотрим, сможем мы справиться или нет. Ну, а тем не менее, всем, кто посмотрел эту серию, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.